находишься в Арканиуме, и здесь я главный. Это место словно бы мой собственный маленький план Обливиона. Если ты нарушишь порядок в Арканиуме, мои злобные атронахи разорвут тебя на части. А теперь, чем могу быть полезен? Иногда. Всякий, кто говорит, что лучше оставить восстановление... И что ты будешь с ним делать? Ты хоть понимаешь, о чем просишь? Или ты просто чей-то мальчик на побегушках? Отгонять нежить. Думаешь, я отдал бы его тебе, даже если бы он у меня и был? Его бы охраняли, как зеницу ока. Величайший вор в мире не смог бы добраться до него. Что? Постой. Это ты? Это тебя звали, Седобородые? Я найду тебе все, что мы знаем о них, но это немного. Так что особо не надейся. По большей части это ложь, разбавленная слухами и домыслами. Но самое главное, до встречи. Вам жизнь. Это очевидный факт. Знаешь, говорят, что знание само по себе награда. Мирабелла неплохо справляется с обязанностями мастера-волшебника. Но нет предела совершенству. Я не слишком люблю пустые разговоры. Может быть, тебе нужна помощь с заклинаниями колдовства? Немного найдется места, где можно заниматься тем, чем занимаюсь я, и не бояться преследований. Вот, держи. Постарайся ничего на них не пролить. Думаю, Кали... Я готова к... ...не лидера. Я не терплю, если с книгами обращаются неаккуратно. Ясно? Да, это работа Септимия Сигония. Он величайший знаток природы древних свитков, но... увы. Его уже давно с нами нет. Слишком давно. Куда-то на север, в ледяные поля. Сказал, что нашел какой-то старый двемерский артефакт. Но, увы, это было много лет назад. С тех пор я ничего о нем не слышал.
некуда было. Это был и есть истинный апофеоз. Древние свитки? О, да. Империя. Имперцы скрылись за ними. Или они так думают? Те, кого видели. Те, кого не думают, что видели. Я знаю об одном. Забытом. Заброшенном. Но я не могу пойти к нему. Бедный Септимий. Ведь я вышел за пределы его хватки. Здесь. Ну, здесь. То есть в этом измерении. Мундус. Тамриэль. Относительно рядом. В космическом масштабе все близко. Один блок поднимает другой. Септимий даст тебе то, чего ты хочешь. Но ты принеси кое-что взамен. Узри шедевр работы две миров. Глубоко внутри величайшего их знания. Септимий мудрец среди людей. Но он полный идиот. Рядом с глупейшим из две миров. По счастью, они оставили свои указания к чтению древних свитков. Одно хранится по сей день в глубинах черного предела. Ты знаешь черный предел? Где города двемерские поныне спят, там знания секретные хранят. В глубине, во тьме, тайная крепость, башня Мзарк. Альфтанд, точка прокола, первого входа, свершения. Пройди к ее краю, и черный предел лежит за ней. Но не все могут войти. Только Септимий знает о тайном ключе, чтобы ослабить замок и за камень скок. Две вещи есть для тебя. Две формы. Одна острая, другая круглая. Круглая для настройки. Двемерская музыка мягкая и тихая нужна, чтобы открыть хитроумные врата. Острый лексикон для записи. Для нас лишь груда металла. Для двемеров целая библиотека знаний. Но... пустая. Найди Мзарк и его звездный купол. Там машинериумы прочтут свиток и возложат знания на куб. Поверь Септимию, он знает, что ты можешь знать. Только вдохни этот свежий воздух. Воистину, отличное место для песни. Угу.
сами кости земли в твоем распоряжении.